Вы на канале Новости БП. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа мониторинговых групп в карантин имеет выборочный, непрозрачный характер и отметил рост социального напряжения. Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер. Одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще, сказал Токаев. Ранее Токаев назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень сложной. По его словам, ситуацию усугубляет то, что граждане и представители бизнеса измучены эпидемией и в результате начали пренебрегать мерами безопасности. Также президент пригрозил правительству и министру здравоохранения Алексею Цою кадровым решением в случае полного провала вакцинации.